диплом лауреата второй степени. В номинации «Народный стилизованный танец» награждается Рачетилеева Елизавета. Танец «Догадайся сам». Руководитель мужского Марина Васильевна. Диплом лауреата второй степени. Награждается коллектив «Озорная канитель». Танец «Китайский танец лотос». Руководитель Мочелова Ольга Валентиновна. Лауреат второй степени. Награждается студия современного эстрадного танца «Жемчужина». Матрешки Микс. Руководитель Поменькова Татьяна. Лауреат второй степени. Народный стилизованный танец. Награждается студия современного танца «Фишка». Танец «Варенька». Руководитель Решетникова Надежда Витальевна. Лауреат третьей степени у нас нарисовался. Награждается танцевальный ансамбль «Альянс». Танец «Северная весна». Руководитель Сваина Вера Владимировна. Лауреат второй степени. Танцевальная группа «Ритм». Танец «Венок». Руководитель Никитина Ольга Викторовна. Лауреата первой степени награждается танцевальный коллектив «Позитив». Горе пастухи. Руководитель Кузьмова Нина Васильевна. Особое спасибо за этот номер. Я хочу сразу отнял микрофон, потому что вообще они у нас, честно говоря, тянули на гран-при. Я вот настолько был потрясен этим танцем, но я думал, что вот стадо побольше было бы, и все бы у них получилось. Лауреат первой степени. Награждается коллектив «Импульс». Танец «Кумушки». Руководитель Демидова Наталья Федоровна, город Ангарск. Лауреат первой степени. Награждается ансамбль эстрадного танца «Данс-мотив». Гуляли красные девицы. Руководитель Костюкова Виктория Вячеславовна, город Маркс. Дипломом лауреата первой степени награждается хореографический коллектив «Краски». Танец «Валенки». Руководитель Шурова Елена Александровна. Лауреаты первой степени. Награждается образцовый художественный ансамбль танца «Чибис». Танец «Варенька». Руководитель Банатова Юлия Львовна. Лауреат первой степени. Награждается в номинации «Народный стилизованный танец» танцевальный коллектив «Ка-студия». Китайский танец. Руководитель Коробейникова Екатерина Александровна. Первой степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Непоседы». Танец «Весна». Руководитель Кривачук Ирина Владимировна. Лауреат первой степени. Награждается вокально-хореографический ансамбль «Камильфо». Танец «Рус». Руководитель Жаханов Арслан Александрович. Лауреат первой степени. Награждается народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Надежда». Люблю Ваню. Руководитель Костюкова Виктория Вячеславовна. Мы бы пожелали вам, чтобы Ваня появился в номере. Награждается народный хореографический ансамбль «Экспром». Лауреат первой степени. Танец. Руководитель Коновалова Елена Владимировна, город Базарный Карпулак.
лауреат первой степени, награждается образцовый художественный танцевальный коллектив «Сюрприз. Танец краски Индии». Руководитель конкурса Светлана Анатольевна. Но вот в прошлой номинации у нас три было претендента, и мы очень бурно спорили, все-таки кому отдать предпочтение, потому что мы понимаем, что должно быть что-то новое, должно быть что-то интересное в работе хореографа, который может быть через себя, через, может быть, интересные идеи, которые приходят ему в голову, приводят нас к новому танцу, к новому образу. И вот в этом вот отрезке нашего конкурса нам понравилось тоже очень сильно два коллектива, которые мыслили, ну так скажем, не тривиально, а далеко идя вперед, и используя совершенно новые материалы. И кто же у нас стал победителем гран-при? Народный стилизованный танец, коллектив «Сюрприз». Краски Индии! Ну, две минутки даем на фотосессии, и мы продолжаем. Замечательно все, спасибо большое.